Всем привет! Всех приветствую на своем канале. Сегодня на разборе вот такой аккумулятор. Сегодня мы его разберем на свинец и узнаем, сколько можно заработать, найдя и разобрав аккумулятор. Я буду разбивать корпус молотком. Можно, конечно, и обжигать, но это надо мучиться с паяльной лампой, так как, поместив его в костер, пластмасса даст очень сильный жар, свинец может расплавиться. Но с паяльной лампой это очень много заморочек, поэтому легче разбить корпус молотком, потом освобождать пластинки от изоляторов, и будет чистый готовый свинец. Сейчас начинаю разбивать корпус. Как избавлюсь от пластмассы, включусь. В общем, отбил я всю пластмассу. Получились вот такие брикетики. Здесь пластины еще с вот такой вот изоляцией, бумагой. Сейчас уберу всю изоляцию и буду обстукивать пластинки от вот этого шлака. Вот столько получилось пластин без изоляции, всякого мусора. Теперь беру и обстукиваю шлак молоточком. Как все обстучу, включусь, все взвешиваем. Сложил весь свинец в пакет. Сейчас давайте взвешиваем. 6 килограмм. С того аккумулятора получилось 6 килограмм свинца. Сколько мне удалось заработать на этом аккумуляторе, выйдет у вас в правом верхнем углу. Ну а я с вами прощаюсь. Всем спасибо за просмотр. Если вам понравился видеоролик, поставьте лайк. Если вы не подписаны, подпишитесь. Всем спасибо. Всем пока.